В случае, если вы не произвели ежегодное оказание финансовой помощи до момента окончания активности вашего аккаунта, то при входе в него вы увидите предупреждение о необходимости продлить активность. Мы рекомендуем вам сделать это как можно скорее, потому что в то время, пока ваш аккаунт не активен, вы не можете получать денежные переводы. Все они перенаправляются в благотворительный фонд всем миром, и упущенную прибыль уже не вернуть. Кроме того, неактивны ваши пригласительные ссылки. А это значит, что посетители, переходящие по ним в это время, попадают не к вам в структуру, а достаются другим участникам. Также в этот период частично ограничен доступ к вашему личному кабинету. Однако при этом ваш аккаунт не удален из системы, и ваша партнерская структура полностью сохранена. Вы можете восстановить активность своего аккаунта в любой момент, оплатив сервисный сбор в размере $5 и оказав финансовую помощь. Давайте сделаем это прямо сейчас. После нажатия кнопки «Продлить активность сейчас» система перенаправит вас в раздел «Продление активности аккаунта». Для активации аккаунта необходимо произвести оплату годового обслуживания вашего счета в размере $5. Сразу после зачисления платежа ваш аккаунт будет автоматически активирован, и вы получите доступ ко всем функциям личного кабинета участника. Также ваши пригласительные ссылки возобновят свою активность. Выберите удобный способ оплаты среди представленных и произведите платеж, следуя подсказкам системы. Список способов оплаты, предложенных вам на странице активации, будет автоматически отфильтрован по географическому признаку. В нем будут представлены наиболее удобные способы оплаты для вашей страны. Если же среди предложенных способов все-таки нет подходящего, то нажмите ссылку «Показать все способы оплаты» и выберите удобный для вас. Не пугайтесь, что сумма к оплате указана в долларах США. Вы можете произвести оплату в любой валюте – рублях, гривнах, тенге и другой. При этом система автоматически произведет конвертацию ваших средств в доллары США по курсу обмена платежной системы на день оплаты. Для того, чтобы узнать сумму к оплате, например, в рублях, просто кликните по нужному способу и следуйте подсказкам системы. Самым удобным, быстрым и экономичным способом является онлайн-оплата с банковской картой Visa или MasterCard. Если у вас есть банковская карта и на ней имеются денежные средства в любой валюте, просто кликните по соответствующей иконке и в открывшейся форме введите платежные реквизиты своей карты. Далее подтвердите совершение оплаты защитным кодом, который поступит вам по SMS. Откроется модальное окно с сообщением об успешной активации, а также вы получите SMS и email уведомления об этом на указанные при регистрации контакты. Нажмите кнопку «Продолжить», и система направит вас на следующий шаг – ежегодное оказание финансовой помощи. Поздравляем, вы успешно активировали свой аккаунт и теперь можете оказать ежегодную финансовую помощь. Сразу после этого активность статуса «Бизнес» для вашего аккаунта будет восстановлена, и вы сможете получать денежные переводы от людей со всего мира. Обратите внимание на то, что активность статуса «Бизнес» будет продлена на 1 год от сегодняшней даты, а не от даты истечения активности вашего аккаунта. То есть даже если вы не были активны 2 или 3 года, то для восстановления активности статуса «Бизнес» вам все равно будет достаточно оказать финансовую помощь только один раз. Согласно правилам системы, ежегодное оказание финансовой помощи производится на сумму $100. Кликнув по ссылке «Показать список получателей финансовой помощи», вы можете ознакомиться с суммами переводов и списком их получателей. Пополните баланс своего счета на $100, и система автоматически выполнит переводы оказания финансовой помощи по списку получателей. Для этого выберите удобный способ оплаты среди методов, предложенных на странице оказания финансовой помощи, и произведите платеж, следуя подсказкам системы. Сразу после успешного завершения оплаты ваш счет будет пополнен на $100, и система автоматически произведет оказание финансовой помощи от вашего имени на соответствующие суммы по указанному списку адресатов. Как только процесс оказания финансовой помощи будет завершен, откроется модальное окно, в котором система сообщит о том, что активность статуса «Бизнес» успешно восстановлена. Поздравляем, с этого момента вы можете передавать благотворительную эстафету и получать денежные переводы в свой адрес от людей со всего мира. Нажмите кнопку «Продолжить» для того, чтобы получить инструкции по дальнейшим действиям. Если у вас что-то не получается, вы можете обратиться за помощью к своему информационному спонсору и другим вышестоящим партнерам, которые напрямую заинтересованы в вашем успехе. А также вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки или к онлайн-консультанту. Подробно опишите свою проблему, и мы вам обязательно поможем.
А теперь вы можете продлить активность аккаунта и статуса бизнес. Войдите в личный кабинет и повторите пройденные действия.